Ну что, как обещал, немножко побегаем по Кракову. Вперед! При поддержке Можаев и партнеров. Люди отдыхают, суббота. Отлично. Вот это и называется спортивный туризм. Когда ты и бегаешь, и любуешься достопримечательностями, и просто получаешь удовольствие от того, что ты делаешь. Присоединяйтесь, господа. Профессиональным спортом здесь, конечно, не позанимаешься. Но, а кто говорит, что мы профессионалы? Мы профессионалы в другом деле. А здесь мы просто любители. Посмотрите, какая толпа. Ух, круто. Туда мы и побежим. Попробуйте побегать среди такой толпы. Это, конечно, испытание из тех. Бежится довольно-таки хорошо, пока еще ни в кого не врезался, но чувствую, это продлится недолго. Очереди за едой, за мороженым. Оу! Люди очень дружелюбные и просто все хотят в Катар. Все хотят быть знаменитыми и успешными, так будьте же ими просто. Зачем откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня? Такой хороший подъем. Не знаю, как вам, а мне очень нравится, очень красиво. Везде драконы. Это набережная, где все катаются на велосипедах и бегают. Теперь посмотрите на эту красоту. Ну как здесь побег? Ай!
Заметьте, по велосипедным дорожкам никто не ходит и не бегает. Ох, супер! Узкие улочки, много брусчатки. Гоу-гоу-гоу! Именно вот эта дорога очень сильно напоминает Львов. Тут есть даже указатель на Львов. Опять очередной какой-то костер. Вот колокола. Начинают звонить с вечера. Все, тут бежать невозможно. Символом Кракова является дракон. По крайней мере, на всех сувенирах очень много драконов. Они изображены так либо шуточно, либо все-таки такой серьезный огнедышащий дракон.